примерно 65,5 километров. Ну, вот не дорога, а зубодробилка. Смотрим дальше. Ребята работают, молодцы, может быть, студенты, уж какие студенты, ну, может быть, практика. Так, сзади Москва, впереди Москва. Может, у них своя радиостанция? Проверим. На связи есть кто-нибудь? На связи есть кто-нибудь? На связи есть кто-нибудь? Я проверяю 15 каналов на радиостанции другого диапазона. На связи есть кто-нибудь? Еще автобус из Владивостока, 25-й. На связи есть кто-нибудь? На связи есть кто-нибудь? На связи есть кто-нибудь? На связи есть кто-нибудь?
На связи есть кто-нибудь? На связи есть кто-нибудь? На связи есть кто-нибудь? На связи есть кто-нибудь? На связи есть кто-нибудь? На связи есть кто-нибудь? На связи есть кто-нибудь? Так, ну что, в этом диапазоне никого на связи нет. Тоже отсутствует. Да, дорогу сделали, но гравий не убрали, поэтому и по днищу кузова молотит. Брызги от встречных машин.
слой очень тонкий, видно под деревьями, дальше идет скалистый грунт. Этим, наверное, объясняется, что деревья невысокие.
80 градусов практически. Дорога в целом очень хорошая, за исключением вот тех участков, где идет строительство, капитальное строительство дороги.
высокая, метров, наверное, 20-30 в ширину. Извилистая, полноводная. Да, нужно покупать домик на колесах. Вон такой. Берега поросли кустарником. Я сам себя стал уважать после вчерашнего ужина. Удержаться и больше одной порции не скушать этих пельменей, бузы. Такой мешочек из теста. Бульон. К сожалению, он целиком в рот не поместится. Вот. В противном случае даже не знаю, как его кушать. Или сначала выпивать бульон, потом поедать все остальное. Мне надо будет еще раз перед привалом. Хохотуй. Где-нибудь на привале остановиться, спросить дальнобойщиков. Вчера удачно получилось, я спросил, вот, и один говорит, планирует остановиться, может показать. Ну вот я за ним уцепился, приехал к этому кафе. Тоже пенсионер. Так. Тоже пенсионер. Год как вышел на пенсию, но продолжает работать. Вот я посмотрел, он сказал, что пенсионер, но на вид, может быть, он военный пенсионер, потому что для
65-летнего, он слишком юно выглядит. Да ведь ему больше полтинника не дашь. Мегафон 50% всего сигнала, 3G. Ну вот вчера, например, показывал силу сигнала 25% и интернет 3G, но сколько у меня стоял смартфон, он так и не установил связь. Звонить-то можно без проблем, а вот интернета нет. Автодор, федеральная трасса Байкал, Р-258. Упрдор Забайкалья, ФКО, федеральное казенное учреждение. Подробную карту посмотреть, выбрать место. Была бы пенсия, как у депутатов.
сидят у них слуги. Ни FM, ни AM, ничего нет. Радио нет, интернет, мегафон 25% сигнала. А форма, формат, сейчас скажу. Формат 3G. Не знаю. Живописная картинка справа. Не улететь. Блин. Стол мешает. Будете иметь представление.
Нарушаю, знаю. Так, сейчас сделаю селфи. Поедем.
Так, ребята двигаются. Двигаются в Хабаровск. Вот технику. Вот я сейчас с ней пообщался. Вот. Сопровождаю технику строительную. Ребята, а у вас связь есть на 15-м канале? На 15-м работает. Ну да, я просто проверяю связь. Можете комментировать аудио, свое мнение о дорогах, об инфраструктуре. Все такое, это все записывается. Рассчитывается как федеральная трасса? Да, это считается федеральная трасса Р-258. Разрушения нету, если вот у тебя колесо прокололось, где останавливается ремонтирует. Вы видите сами. Поделитесь мнением, на каком километре хорошее, например, кафе, там зона стоянка, отдых и так далее. Я думаю, если автопутешественники будут смотреть, автотуристы, им это очень понадобится, потребуется. Ты думаешь, как бы все кафушки, как в Уренске, все они хорошо, как бы, питание очень хорошее, полезно. Я несколько дней назад останавливался на ночевку в Кемеровской области, там стоянка называется «Две сестры». Так там парень один, дальнобойщик, просил передать по трассам, чтобы не останавливались и не принимали пищу. Там кафе называется «Кавказское», что-то с Кавказом связанное. Вот он покушал там и чуть думаю, чуть кони не отбросил. Два дня он отходил, отравился. Имейте в виду, автотуристы, кто будут смотреть, автопутешественники, это видео слушать, они это потом припомнят. А вы в Хабаровск технику там для какого-то строительства везете или как? Везу на этот свободный, на Газпром, как бы на стройплощадку. Ну и сюда бывает, и оттуда обратно везем. Понятно.
В Якутск, Магадан не собираетесь? Разрешено, машина наша одна поехала в Якутск, тоже в Магадан, пока мы не ездили еще. Просто хотелось узнать информацию о трассе Колыма. Там интересно, есть асфальтированные участки или нет? Колыма не знаю, у нас на Якутске, да, есть как бы асфальтированные участки. Ну да, трасса Лена, там 1200 километров, процентов 10 там заасфальтировали, там нормально. Остальное все вот, вроде бы и дорожные работы уже ведут, и ну, еще там далеко до асфальта, до Нижнего Бестиха. Там и асфальт нужно, и мост через Лену строить, потому что в межсезонье не попадешь на автомобили. Вот. А без моста вообще дело швах там. Я согласен, 100%. Красота в Якутии невероятная. И горы, и природа, и зимой, и летом. Я говорю, надо там провести соревнования по чем у нас занимается наш не карате, как он, дзюдо. Чемпионат России или чемпионат Европы или мира. И дороги сделают, и инфраструктуру. Все доведут до ума. Да, если чемпионаты провести, конечно, сделать и дороги все будут. Я говорю, вот на Сахали, ну, во Владик, и вот Республика Тула. Да-да, нужно периодически проводить такие соревнования. Вот. Регионы сразу поднимутся. Чисто там, можно обойти?